нового торгово-бытового комплекса состоялось при участии руководителей администрации района и глав поселений. Для Воскресенска это важное событие и первый крупный инвестпроект 2017 года. Мы поддержим, будем поддерживать такие инициативы. И я считаю, что вот таких объектов у нас на территории нашего города, района должно появляться больше. Нам необходимо в город привлекать предпринимателей, инвесторов, которые готовы вкладывать и работать у нас на территории. Это для нас приоритет. И, конечно, на 2017 год мы будем вплотную этим вопросом заниматься. Будем все делать для поддержки наших предпринимателей, которые готовы открывать новые рабочие места у нас в городе и в районе. Для нас это приоритет. Денис Нитков, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.